Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Skyrim. В последней серии мы потерпели неудачу с выполнением квеста про маньяк. Ну как потерпели неудачу, уперлись в тупик и решили, что пока что нам тут ловить нечего. Решили отправиться в White Run, продолжить службу в рядах сторонников. Потому что там, насколько мне говорили, очень неплохой будет профит в итоге. Вполне возможно, что нас даже сделают оборотнем. А оборотень — это неплохая прибавка к боеспособности, насколько я понимаю. Лошади. Целый день. Каждый день. Ты хоть представляешь, как я не скучаю? Сейчас же первым делом нам нужно разобраться с темными магами, на которых у меня давно зуб. Они находятся здесь, на пригорке, недалеко от города. Вообще не люблю темных магов и помню, как они мне доставляли проблемы. Вот, кстати, вот этот вот то ли храм, то ли что. Туда мы сейчас и двинем. Разберемся с ними. Вполне возможно, что у них будут неплохие вещи. Ну и кроме того, окажем городу услугу. Потому что у них под боком такие пакостные люди обитаются. Этого допускать нельзя. И после этого по этой дорожке, вымощенной, двинем в White Run. Но сейчас, так, отсюда я явно не пройду. Сейчас мне как-то надо туда к ним подняться. Видимо, вот отсюда. Но у меня, как вы помните, в последней серии очень нехило так прокачал свою броню и свое оружие. Так что я думаю, это будет гораздо проще в этот раз. И с таким... Тихо. Привет, друг. Радостно видеть, что еще одна добрая душа радуется такому светлому дню. Да у тебя усталый вид. Иди сюда, раздавай. Вашу мать. Да иди ты своей гнедовухой в жопу. Так, сохраняемся. Давно я не встречал уже драконов, но это кровавый, опять же. Надо быть крайне осторожным. Где он? Вот он. Так. Ты заметил меня, нет? Ага. Из форта маги уже стреляют по нему, как видите, своими фаерболами. Но я думаю, ему их фаерболы — это просто как смех. Просто смешно. Так, ну что, где ты? Дракон, похоже, передумал. Ну ладно. Кутилы все разбежались. И правильно сделали, в принципе. О, какая хорошая музыка. Так, отсюда мы сможем пройти, интересно? Вроде как сможем. Да, блин, не застревай ты на ровном месте. Хорошо, сохраняемся и двигаемся к этим магам. Блин, он тут где-то летает, по-моему. Хорошо. Сейчас вы у меня твари получите. Я вам покажу, как носить в карманах человечье мясо. Уж насколько у меня паскудный персонаж, но это вообще просто гадство, по-моему, быть такими, как вы. Так, пора резать.
Но. Не попал. Да, прокачанное оружие, конечно, тащит. Тихо. Не стоит бить моего соратника. Стэнвер, молодец. Так, колдун. Ну это все новички. Новички там, как мы знаем, это просто новички. Зато у него был хороший посох. Камень душ, кстати говоря. Так. Колдовство. Захват душ. Засунем твою душу. В твой же камень душ. Хорошо, ты посмотри, как пердак растопырила. Очень просто оказалось с ними драться, честно говоря. Я не ожидал Говорила мне мама, не лазать по заброшенным фортам. Да не боись. Все будет хорошо. Так, ну что, давайте исследовать. Чем же эти твари тут занимаются? Темные маги, понимаешь? Я вам покажу. Жаль, дракон улетел. Было бы весело, если бы он сюда спустился, перебил их, а потом бы мы с ним подрались. Вообще, с таким прокачанным оружием, конечно, все гораздо легче. Так, тут вроде никого, да? Ох, блин. Давайте-ка возьмем. Лососин. Лососина. Лососина. Так, ну тут ничего хорошего, просто стандартная какая-то жральня, похоже. Так, что на дубильне я могу сделать? Ничего, по-моему, у меня даже кожи, по-моему, нет. Да, у меня нет кожи. Мне показалось то, что у меня меч из рук выпал, когда я подошел к дубильне. Тихо. Нет. Так, ты работаешь в кузне. Зачем нужно, чтобы я работал в кузне? Мы используем магию, а не оружие. Клянусь, они надо мною издеваются. По крайней мере, не приходится возиться с... Понятно. Да я не знаю, что и думать о том, что происходит внизу. Один готов. Что это было? Это была стрела твоего друга. Да блин, ты палишься. Да, это уже был полноценный колдун, и мы... А, нет, это ученик. Опять же ученик. Так, ты на своей наковальне прилег, я смотрю. Ну и лежи. Железные слитки. Хотя, в принципе, нам уже прокачивать-то некуда, но давайте возьмем. Это нам, я думаю, пригодится. Так, сердце Черима. Что-то ничего не подняло. Давайте заберем эту книгу просто. Продадим. Хотя бы за 20 септимов где-то. Мне потому что красноречие не очень хорошо прокачано. Дверь закрыта с той стороны. Подожди, отсюда я никак не могу туда попасть. Нет, никак. Давайте посмотрим, он что-то говорил вроде как про заключенных там внизу, или что? Или мне показалось?
Блин, Стэнвор, ты все-таки такой заметный, а? Надо сохраниться. Давно не сохранялись, хотя все пока что идет как по маслу. Но тем не менее, подстраховываться, я думаю, лишним явно не будет. Народ-то бухал, да? По-черному. Возьмем золотишко. Им оно явно не пригодится, потому что их я сейчас в мелкую труху порубаю. Готовься к драке! Тихо. Что это у нас сочится такое тут? А вроде тихо. Или они тут в усмерть ужрались все уже? Лежат пьяные. Или их тут просто нет. Ага. Что это было? Стэнвор, мать твою, опять ты все спалил. Что ж ты, Стэнвор, такой заметный, а? Блин. Я даже не знаю, как у меня жизни кончились. Ладно. Блин, если бы не Стэнвор, я бы парочку в скрытности убил. А потом бы уже... Собственно, мы за ней взялись. Готовься к драке! Тихо. Иди-ка вот сюда. Вот тут вот стой. И как что начнется, ты отсюда поливай всех стрелами. Давай. Жди здесь. Терпение не самая сильная моя сторона. Ну ладно. А мы потихоньку... Помаленьку. Тут они ходят. Блин, а где там на ступенек была? Тихо. Так, довольно опасно. Не дотянулся. Вашу мать. Ой, что я застреваю у вас? Ладно, меня убили. Да, меня убили. Понятно. Ой, главная моя ошибка была в том, что я застрял в ступеньках, и вместо того, чтобы рубануть по магу, я рубанул воздух. Ну ладно, повторим. Я мечтал, что... Готовься к драке. Заткнись, пожалуйста. Ладно, крадись за мной, но в этот раз придется действовать вот так. Ой. Их. Да что ты делаешь-то? Один раз нажал, он два раза выстрелил. Где мои стрелы? Мои дорогущие стрелы. Ну ладно, хоть освещение какое-то. Как я их в прошлый раз не заметил. Блин, а где мои стрелы? Так. Видите, насколько это просто, да? Когда я с луком и с хорошими стрелами эльфийскими.
это были стрелы. Так, Стэнвор, иди, иди атакуй. С одним-то уж, я думаю, мы справимся. Электромант. Обалдеть. Опять все очень хорошо. Еще. Вот пока что самый мощный маг местный был. Вполне сопоставимый... Хороший кинжал. Вполне сопоставимый с теми магами, с которыми я дрался в том форте. Так, но сейчас нам нужно... вот так и так, в обе руки сразу. В обе. Вот так, хорошо. Блин, это было, надо сказать, не очень-то легко. Так что давайте-ка мы сохранимся. Где тут мои стрелы? Две штуки. Тупо улетели. Ну, их, похоже, уже все не найти мне. Обухали тут, я смотрю, по-черному. Ох, смотрите, каким... А, нет. Показалось, я ему в лоб прям попал. Так, свиток за 500. Круто. Вот тебе попал прямиком в горло, в кадык. Чёрное одеяние. Здесь у нас что за нычка такая? Так, одеяние истинного разрушения. Неплохо. Жаль, что я не маг. Адепт. Вот с этим могут быть проблемы. Ну, примерно понятно направление движения. Хорошо. Так, гранат, 3 золотых. Оно того явно не стоило, но что ж поделаешь. Так, что у нас в бочке? Капуста. Растительная пища. Давайте-ка мы сходим вот сюда. Тут у нас нажимная плита. Стэнвор, осторожно. Да тихо ты. Хорошо. Там, по-моему, кто второй такой же бежит. Я надеюсь, Стэнвор меня подстрахует. Так, есть дорогие книжки здесь? Видимо, нет. Пентаграмма душ. Зачаровывать я, к сожалению, совершенно не умею. Чего ж они так бухали-то? По какому поводу? Колдун адепт, понятно. В принципе, пока что все довольно-таки просто. За исключением того, что грозовая руна. Так, руна накладывается на ближайшую поверхность. Понятно, ловушка. Жаль, что у меня разрушение не очень хорошо прокачано. Но давайте ее выучим. Че уж. Почему бы и нет? И судя по тому, что
Мы все двигаемся и двигаемся в эту сторону. Нам нужно сходить сначала наверх. Там наверху у нас... Тихо. Я понял, что это за штука. Если сейчас наступить сюда, видимо, то... Вот думаю, если бы мы наткнулись на как... Нибудь бандитов. Наверкили то, что зажали. А может, у них еще и бочонок Эля приносит. Короче говоря, давайте-ка посмотрим, что у нас здесь. Да, здесь у нас просто сундук и трон. Хорошо, что мы пошли сюда. Некромант, понятно. Ненавижу некромантов. Формаст, некромант, надо бы сказать. Какие буфера, да? Сундук красивый. О, 212 золотых уже не зря сходили. Крохотный камень душ, маленький камень душ. Отпугивание младшей нежити. Давайте выучим. Я, конечно, им практически не пользуюсь, но пусть будет, как говорится. Пусть лучше будет, чем не будет. Так, нет, все, тут больше ничего нет. Идем дальше своим путем. Так, а надо сохраниться. Что это у вас тут такое? Ох, блин. Полоска кожи. Это нам нужно. Дейдрическое что-то, что ли? Выстрелено от всех болезней, добавлено благословение дебилы. Ладно, хоть не дебилы. Так, активные эффекты. Повышение искусства убеждать. Круто. Все вино. Что-то вы тут творили нехорошее. Блин, сколько книг, когда все это читать, а? Но прочитать мне это обязательно надо будет. Я люблю такие вещи. А там наверху, по-моему, справа в углу кто-то стоял. Или показалось мне. Нет, показалось. Это выход, похоже. Я даже знаю, где это. Да-да-да. А, нет, подожди. Или да. Да-да-да, вот тут был у нас... да. Кузнец. Вот отсюда мы спустились вниз. И все, что ли, здесь? Ах, ну что, отнюдь не зря зашли. Красивая. Красивая броня. Это дейдрическая, может? Или стеклянно, не знаю, не видел. Пока что меня моя эльфийская очень устраивает. Очень хорошая броня, хорошо защищает. Особенно прокачанная. Тяжелая броня, конечно, защищала бы лучше, но в ней я как... Как шифонер неповоротливый был бы. Какая красота, а? Так, у вас, по-моему, где-то еще вход был. Ой-ой-ой, куда я упал? А ты, придурок, ну... Все прыгнули, я прыгнул, да? Что за стадное чувство? А все тут больше? Делать-то и нечего. Пора двигаться. White Run. Только я уверен, что у вас где-то здесь есть лежак. Чтобы выдвигаться поутру. Поспим часов эдак до 7.
И с утречка со свежими силами двинем в дальний путь на Лайтран заниматься делами соратников. Так, сохранился. Это в какую сторону? Мы пойдем вот отсюда как-то, что ли? Ральдбатхар. Язык сломаешь, блин. Или отсюда пойдем. Давайте отсюда лучше пойдем, по более таким знакомым местам. Потому что я, честно говоря, хочу зайти вот так. Где это находится у нас? Вот сюда хочу зайти. Нет, вот сюда. Псирази мне заставу. И отомстить тем троллям. Так что... Так что вперед в путь дорогу. Надо поставить маркер на... Пока что для начала вот сюда. И что у нас там по квестам-то включено активное? Потерянная невидимость. Это мы пока выключим. Смотри, ловушка, да, сработала? Но ты, Стэнвар, даешь. Вечно в какую-нибудь неприятность влезаешь. Где-то вон там вон у нас горячие ванны. Странное растение. И я вижу дракона. Сохраняемся. Надеюсь, в этот раз он не засыт и будет с нами драться честно. А он все вокруг той горы летает, да? Блин, идти к нему нет. Пока что я, в принципе, не испытываю необходимости. У меня... Сколько там у меня... Так, у меня... Две души дракона еще. В принципе, можно пока никуда не спешить. Я думаю, успеется. Еще понаубиваем драконов. Их тут все равно всех не убьешь, насколько я понял. 120, что ли, разработчики говорили здесь. Драконов-то. Это у нас что такое? А здесь я, по-моему, был. Нет, не был. Что-то промахиваться сейчас стал. Так, хорошо. Это мне не нужно, пакость это. Сейчас нам нужно прокачать способность... О, эксперт, круто. Способность... Ну, для начала запас сил, потому что я очень быстро выдыхаюсь с пара-атак. Так, вы можете создавать стеклянные. Вот сюда мы и пойдем. Подожди. Почему мне не хватает? А, ну все понятно. Короче, понятно. Что-то странно, мне как-то дали достижение эксперт. Или оно по достижению какого-то уровня идет. Какой у меня 25 уровень уже. Потому что, насколько я понимаю, достижение эксперт, оно дается за достижение сотого уровня. То есть не уровня, а в способностях, в общем. До сотого очка. Блин, что-то я сговариваю сегодня опять. Странно, странно. Лисичка. Что-то туманно как-то стало. А вон там внизу, насколько я помню, ходили гиганты. С мамонтами.
А, подожди. Это же вот зачищенный первый форт, да? А, ты, а я, паук опять. Свободен. Здесь я все зачистил, насколько я помню. Вон там. А здесь у нас тюрьма была. Да, это тюрьма, точно. Ладно, куда мне двигаться сейчас? Сейчас мне по всем законам надо двигаться вот сюда. Направо, то есть. Давайте-ка мы поставим туда маркер куда-нибудь. Скажем, сюда. Ой, я сделал быстрое перемещение случайно. Ну да ладно. Тоже неплохо. В принципе, мы тут уже все видели. Я просто надеялся на какие-нибудь интересные случайные события. Ничего страшного. А кому-то наоборот даже будет в радость, что я воспользовался быстрым перемещением. С помощью пентаграммы души можете изучать новый эффект оружия и доспехов, однако любой предмет эффект... Не успел. Лошадка! Хорошо. Так. Давайте-ка сохранимся и покажем этим троллям, что времена изменились. Пора и получать. Блин, они сейчас этого заметят. Стенвора. А блин, что ж ты присел так не вовремя? Так, все, Стенвор, Стенвор, давай. Вот так. Хорошо. Там наверху больше никто не идет. А, насколько я заметил, эльфийские стрелы, они почему-то не восполняются. То есть их пускаешь, и потом собрать уже как-то не особо хорошо получается. И что, это вся пещера, что ли? Ой, блин, было ради чего стремиться. Если бы я знал, я бы сюда и не ходил бы. Хотя ходил бы, почему бы нет. Ладно уж, зачистили. Что у вас тут есть? Тролли тут жили, значит. Кушали бандитов. Молодцы, чё. А больше, я так понимаю, тут делать нечего. Лук-фоки. Фроки. Чё за лук-фроки? Не, отстой. Понятно. Все, мы почти около Вайтрана. Это хорошо. Хорошо. В следующей серии, я думаю, мы начнем выполнять задания сторонников. Вон же Вайтран поблизости. Но это будет в следующей серии. А сейчас пока что мы прекратим. Ух ты, там саблезуб ходит. Но мы потихоньку. Мы прекращаем. Увидимся в следующих сериях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Will you be ready?